В первой части видео мы с вами провязали 14 рядов панамки. И сейчас приступим к продолжению и будем вязать уже узор из ананасов. И начнем вязание с 15 ряда. Крючок у нас посередине розетки. И давайте сначала, наверное, покажу вам схему 15 ряда, и затем все это свяжем крючком. 15 ряд — это раппорт 15 ряда. Вначале провязывается 3 воздушные петли и далее розетка. Затем 2 воздушные петли, выпуклый столбик. Отсюда у нас будет затем вязаться узор ананас. После выпуклого столбика провязаны 2 воздушные петли. Затем снова розетка, воздушная петля, выпуклый столбик, розетка и выпуклый столбик. И не забываем о последней воздушной петле раппорта. Ну, давайте теперь свяжем крючком. Провяжем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем розетку. Затем 2 воздушные петли и выпуклый столбик. Снова провязываем 2 воздушные петли и розетку провязываем над розеткой. Воздушная петля. Теперь вяжем выпуклый столбик. Здесь у нас нет воздушной петли. Провязываем сразу розетку. Затем с этой стороны розетки вяжем также без воздушной петли, вяжем выпуклый столбик. В конце раппорта воздушная петля. И затем раппорт повторяется. Розетка, 2 воздушные петли, выпуклый столбик, 2 воздушные петли, розетка, воздушная петля, выпуклый столбик, розетка, выпуклый столбик и воздушная петля. Итак, повторяем до конца кругового ряда. Провязываем и заканчиваем 15 круговой ряд, провязав соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Провязали. Теперь повяжем еще 2 соединительных столбика, чтобы выйти на серединку розетки. И приступим к вязанию 16 кругового ряда. Схематический ряд выглядит таким образом. У нас 6 раппортов. Это вот раппорт. Розетка, 3 воздушные петли. Выпуклый столбик, 3 воздушные петли, затем розетка, воздушная петля, выпуклый столбик, 2 столбика с одним накидом и воздушная петля между ними. Затем выпуклый столбик и в конце раппорта воздушная петля. Так будем повторять 6 раз.
провяжем с вами первый раппорт. 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом, и розетка вяжется над розеткой. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Выпуклый столбик. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И розетка вяжется над розеткой. Затем воздушная петля, выпуклый столбик. И над этой розеткой провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик и воздушная петля. И этот раппорт повторим еще 5 раз. Здесь у нас полотно сужается, здесь расширяется. Отсюда будет провязан узор ананас. Итак, повторяем раппорт еще 5 раз. Закончив 6-й раппорт 16-го ряда, присоединимся в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей и провяжем еще 2 соединительные петельки. Вот теперь мы по центру розетки. И можно приступать вязать 17-й круговой ряд. Схематически ряд выглядит вот так. Провязывается розетка, затем 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. Снова вяжется 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля, выпуклый столбик, 2 столбика с одним накидом, выпуклый столбик и в конце воздушная петля. И это все мы будем повторять 6 раз. Первый раппорт мы провяжем вместе. Я вам советую вот так тоже для себя нарисовать, чтобы было удобнее вам вязать. Итак, вяжем. Первый раппорт. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И дальше вяжется розетка. Затем 3 воздушные петли. Над выпуклым столбиком провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Затем снова провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Над розеткой провязываем розетку. Затем воздушная петля и вяжем дальше выпуклый столбик. Под воздушную петлю между двумя столбиками с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Снова провязывается выпуклый столбик.
и в конце раппорта воздушная петля. Так мы провязали первый раппорт 17 кругового ряда. Еще повторим 5 раз. Провязываем и заканчиваем вязать 17 круговой ряд, присоединившись в третью воздушную петлю подъема. И так же, как и в предыдущих рядах, мы провяжем соединительные петли. И приступим к вязанию 18 кругового ряда. Схематический раппорт ряда выглядит таким образом. Розетка, 3 воздушные петли, 6 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля, выпуклый столбик, столбик с одним накидом, выпуклый столбик и в конце раппорта воздушная петля. И провяжем теперь первый раппорт вместе. Провязываем 3 воздушные петли и дальше розетка. Затем 3 воздушные петли и под цепочку из 3 воздушных петель провяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Затем над розеткой провязываем розетку. Воздушная петля. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик и столбик с одним накидом провязываем между двумя столбиками с одним накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Снова воздушная, снова выпуклый столбик. И в конце раппорта воздушная петля. Вот так выглядит раппорт 18 ряда. И повторим его еще 5 раз. И в конце 18 ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Затем провяжем еще 2 соединительные петли, чтобы крючок у нас разместился в центре розетки. И приступим к вязанию 19 кругового ряда. Схематически смотрим, как выглядит 19 ряд. Провязывается розетка, 3 воздушные петли, затем столбики с одним накидом, между ними воздушные петли. Снова 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля, 2 выпуклых столбика, провязанных вместе в конце раппорта, воздушная петелька. И давайте теперь провяжем этот раппорт. Провязываем 3 воздушные петли и далее вяжем розетку. Затем вяжется 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Над каждым столбиком с одним накидом провязывается столбик с одним накидом. Между столбиками провязывается 1 воздушная петля.
Затем снова вяжется 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И затем над розеткой провязывается розетка. Воздушная петля. И теперь провяжем 2 выпуклых столбика вместе, то есть с одной вершиной. Делаем накид, провязываем выпуклый столбик не до конца. На крючке 2 петли. Снова накид и следующий выпуклый столбик провязываем не до конца. 3 петли на крючке, накид и провязываем 3 петли с крючка вместе. И заканчиваем раппорт воздушной петлей. Вот так мы провязали с вами первый раппорт 19 ряда. Таких раппортов у нас 6. Значит, еще раз повторим этот раппорт 5 раз. И так провязываем до конца кругового ряда. И довязываем 19 ряд, присоединяясь к третьей воздушной петле. Затем провязываем 2 соединительные петли и приступаем к вязанию 20 ряда. 20 ряд. Схематически раппорт выглядит так. Провязывается розетка, затем 3 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида, здесь тоже 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида. Затем 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля, столбик без накида и заканчивается раппорт воздушной петлей. И повторяю, что у нас таких раппортов 6. Провяжем с вами первый раппорт. Провязываем 3 воздушные петли подъема и розетка. Затем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Присоединяемся столбиком без накида между 2 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снова между столбиками предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. И у нас получается с вами 1, 2, 3, 4 арочки из 4 воздушных петель. Затем провяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее вяжется над розеткой розетка. Затем воздушная петля. И там, где мы с вами провязывали 2 выпуклых столбика с одной вершиной, над ним провязываем столбик без накида. И заканчиваем раппорт воздушной петлей. И теперь еще провяжем таких 5 раппортов. Провязываем до конца кругового ряда. И довязываем 20 ряд, присоединившись соединительной петлей в 3 воздушную петлю подъема. И снова провяжем
2 соединительные петли, так чтобы крючок у нас оказался в центре розетки. И приступим к вязанию 21 ряда. Раппорт схематический 21 ряда. Провязана у нас розетка, затем 3 воздушные петли и вот столбики без накида, арочка из 4 воздушных петель, снова столбик без накида и арочки из 4 воздушных петель. Затем 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля и над столбиком предыдущего ряда мы провяжем 2 столбика с одним накидом. И в конце раппорта воздушная петелька. Зарисовали? И теперь давайте провяжем один раппорт вместе со мной. Провязываем 3 воздушные петли подъема и далее вяжем розетку. Затем провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида провязываем под первую арку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Вяжем второй столбик под следующую арку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под следующую арку. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида. И сейчас у нас провязано 3 арки из 4 воздушных петель. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И розетка. Затем воздушная петля и над столбиком с одним накидом предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. И заканчиваем раппорт воздушная петля. И повторяем это еще 5 раз. И заканчиваем вязать 21 круговой ряд, присоединившись в 3 воздушную петлю подъема. Затем провяжем еще 2 соединительных столбика или 2 соединительные петли. И теперь будем вязать следующий ряд. Схематически 22 ряд, раппорт. Выглядит так. Провязывается розетка, затем 3 воздушные петли, столбик без накида, арка из 4 воздушных петель, столбик без накида, арка из 4 воздушных петель, столбик без накида. Затем 3 воздушные петли и вяжется розетка. За розеткой провязывается воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, между ними воздушная петля. И в конце раппорта провязывается воздушная петля. И теперь первый раппорт узора, их у нас 6, провяжем вместе. Провязываем 3 воздушные петли подъема и дальше вяжется у нас розетка. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида под первую арку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3,
4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Под следующую арку из 4 воздушных петель. Затем провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И над розеткой провязываем розетку. Воздушная петля. И теперь между столбиками с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Заканчиваем раппорт. Воздушная петля. Вот мы с вами провязали раппорт 22 ряда и повторим его еще 5 раз. Заканчиваем 22 круговой ряд, присоединившись соединительной петлей в 3 воздушную петлю подъема и провяжем соединительные петельки. И теперь будем вязать 23 ряд и смотрим на раппорт узора 23 ряда. Провязываем розетку, 3 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида. Затем 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля, розетка и заканчиваем раппорт воздушной петлей. И провяжем теперь вместе один раппорт. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Один, два, три. И продолжаем вязать розетку. Затем вяжем 3 воздушные петли. Один, два, три. Под арку из 4 воздушных петель провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И под следующую арку столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Затем вяжем розетку. Воздушная петля и еще розетка под воздушную петлю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Заканчиваем раппорт воздушной петлей. Вот мы провязали с вами первый раппорт. Повторим его еще 5 раз. Заканчиваем 23 круговой ряд, присоединившись в 3 воздушную петлю подъема. И провяжем еще 2 соединительные петли. И теперь рассмотрим раппорт 24 ряда. Провязываем розетку, затем 3 воздушные петли, столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, розетка, воздушная петля. Затем будем вязать 8 всего столбиков, через каждые 2 столбика воздушная петля. И в конце раппорта провяжем воздушную петлю. И теперь давайте
первый раппорт свяжем вместе. Провязываем 3 воздушные петли и розетка. Один, два, три воздушные петли цепочки. Присоединяемся столбиком без накида под арку из 4 воздушных петель. Затем снова вяжем 1, 2, 3. Над розеткой провязываем розетку. Затем воздушная петля. Под следующую розетку предыдущего ряда будем провязывать 8 столбиков с одним накидом. Через каждые 2 столбика мы будем вязать воздушную петлю. Провязываем 1, 2, воздушная петля, 3, 4, воздушная петля, 5, 6, воздушная петля, 7, 8. И заканчиваем раппорт, воздушная петля. И повторяем этот раппорт еще 5 раз. Заканчиваем 24 круговой ряд, присоединившись 3 воздушную петлю подъема. И затем провяжем 2 соединительных столбика. И теперь приступим к вязанию 25 ряда. Схематически раппорт 25 ряда выглядит так. Розетка, снова розетка. Затем воздушная петля, розетка, воздушная петля, розетка, воздушная петля, розетка и воздушная петля. И теперь провяжем вместе первый раппорт. Вяжем 3 воздушные петли подъема и розетка. Над следующей розеткой провязываем также розетку. Воздушная петля. И теперь нам нужно провязать еще 3 розетки и будем их вязать вот под эти воздушные петли. 1, 2 и 3. Провязываем первую розетку, воздушная петля, вторую розетку, также вот под воздушную петлю предыдущего ряда. Воздушная петля, провязываем еще одну розетку. Заканчиваем раппорт, провязав еще одну воздушную петлю. Вот такой раппорт узора 25 ряда.
Повторим его еще 5 раз. И заканчиваем вязать 25 круговой ряд, присоединившись соединительной петлей третью воздушную петлю подъема. И провяжем соединительные петельки. И приступим к вязанию 26 ряда. Раппорт узора 26 ряда. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5 розеток. Между ними воздушные петли. И в конце воздушная петля. Итак, провяжем один раппорт вместе. Провязываем 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом. Воздушная петля. И над следующей розеткой провязываем 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. И над первой розеткой следующей вяжем розетку. Воздушная петля. Следующую розетку провязываем под воздушную петлю, находящуюся между розетками предыдущего ряда. Воздушная петля. Следующую розетку провязываем над розеткой предыдущего ряда. Воздушная петля. Следующую розетку провязываем под воздушную петлю между розетками предыдущего ряда. Воздушная петля. И еще одну розетку провяжем над розеткой предыдущего ряда. И в конце раппорта воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5 розеток. Так мы провязали с вами раппорт узора. Повторим его еще раз 5 раз. Заканчиваем 26 круговой ряд, присоединившись третью воздушную петлю подъема. И провяжем соединительные петельки. 1 и под воздушную петлю 2. И приступим к вязанию 27 кругового ряда. Схематический ряд выглядит так. Вначале провязываем 4 воздушные петли, которые в дальнейшем нам заменяют столбик с двумя накидами. Затем 2 воздушные петли и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 столбиков с одним накидом, между ними 2 воздушные петли. И в конце раппорта провязывается еще 2 воздушные петельки. И сейчас мы с вами провяжем первый раппорт. Провязываем 4 воздушные петли, заменяющий нам столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. Затем провяжем еще 2 воздушные петли. 1, 2. И теперь будем вязать столбики
с одним накидом. Провязываем вот между двумя столбиками и розеткой под воздушную петлю первый столбик. 1, 2 воздушные петли. Второй столбик мы вяжем под воздушную петлю розетки. 2, 2 воздушные петли. Третий столбик вяжем под воздушную петлю между розетками. 3, 2 воздушные петли. Четвертый вяжем под воздушную петлю розетки. 4, 2 воздушные петли. Пятый столбик под воздушную петлю между розетками. 5, 2 воздушные петли. Следующий столбик мы вяжем под воздушную петлю розетки. 6, 2 воздушные петли. Седьмой столбик мы вяжем под воздушную петлю между розетками. 7, 2 воздушные петли. Восьмой столбик вяжем под воздушную петлю розетки. 8, 2 воздушные петли. Девятый столбик вяжем под воздушную петлю между розетками. 9, 2 воздушные петли. Десятый столбик вяжем под воздушную петлю розетки. 10, 2 воздушные петли. И 11 столбик провязываем под воздушную петлю между розеткой и двумя столбиками с одним накидом. 11. Заканчиваем раппорт двумя воздушными петлями. И давайте повторим раппорт еще раз, потому что здесь у нас будет провязываться столбик с двумя накидами. Здесь мы вязали воздушные петли. Итак, столбик с двумя накидами начинается начало раппорта. 2 накида под воздушную петлю между двумя и двумя столбиками провязываем столбик с двумя накидами. 2 воздушные петли. И теперь 11 столбиков будем провязывать, и между ними по 2 воздушные петли. Первый столбик провязывается под воздушную петлю между розеткой и двумя столбиками с одним накидом. 1, 2 воздушные петли. Второй, 2 воздушные петли. Третий столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Четвертый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Пятый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Шестой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Далее седьмой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Восьмой столбик с одним накидом. У меня узелок какой большой. Две воздушные петли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмой. Девятый столбик. 2 воздушные петли. 10 столбик. 2 воздушные петли. И последний, 11 столбик. И в конце раппорта 2 воздушные петли.
мы провязали 2 раппорта. Осталось еще провязать 4. Провязываем еще 4 раппорта до конца ряда. И заканчиваем вязать 27 круговой ряд. Провязал соединительную петлю в 4 воздушную петлю подъема. И теперь нам осталось обвязать край панамки. Я обвяжу его просто столбиками без накида. Для этого провяжу воздушную петлю и сюда же столбик без накида. По цепочку из 2 воздушных петелек я буду вязать столбик без накида. Вязать буду свободно, чтобы изделие не стягивалось. Над столбиками я буду провязывать также столбики без накида. Кто хочет более плотнее, можете по цепочку провязывать 2 столбика без накида. Пробуйте варианты, ищите то, что вам более нравится. Итак, буду обвязывать столбиками без накида до конца рукавового ряда. Провязываем обвязку до конца ряда. И в конце обвязки ряда присоединяемся с соединительной петлей в первый провязанный столбик без накида. Ниточку можно обрезать и аккуратно спрятать ее с изнаночной стороны работы. И вот что у нас с вами получилось. Такая вот красивая панамочка в виде колокольчика. Если кто хочет, вот здесь вот, если посмотреть, здесь немного как стянутый край. Вот в этом месте. Что можно здесь сделать? Можно провязать, если вам не нравится именно такой фасон, можно провязать здесь воздушную петлю между вот этими розетками. Тогда не так будет в этом месте стянут край. Ну, я так понимаю, что по схеме это сделано так специально, так задумано. Вот поэтому я так и вязала. Кто со мной был до конца видео, связал вместе со мной панамку, я сейчас хочу рассказать вам историю этой панамки. В интернете я нашла такую вот схему и решила, что вместе с вами мы свяжем по ней панамку. Взяла я нить вот такой толщины, то есть нить у меня такая тоненькая в 4 сложения. И взяла крючок 1,9 и начала вязать по схеме. Вот что у меня получилось. Вот видите, связана панамка толстой нитью. Вязала ее до конца, думаю, все-таки я должна одолеть эту схему и понять, в чем же здесь причина. Сначала я связала донышко, которое у меня постоянно вот так вот собиралось. Вот, ну, думаю, свяжу все-таки до конца, посмотрю, что будет дальше. Связала. И потом решила ее померить. Думаю, какой же это размер. Одела на себя. Примерила мужу. Это было, конечно, очень смешно. Размер огромный. И что нужно было сделать? Ну, то, что я поняла, что эту панамку нужно вязать нитью более тонкой. Поэтому я разделила эту нить на 2 части и вязала уже из 2 ниточек. Вот. И взяла крючок, как я и показывала в начале, 1,4. То есть тоньше крючок, тоньше нить. Что еще? Я изменила схему для того, чтобы не фалтило.
здесь по схеме набирается в первом ряду, в кружок замкнутый, набирается 12 столбиков с одним накидом. Я изменила схему, и мы с вами набирали уже 9 столбиков с одним накидом. У нас ничего не фалдило. И я так думаю, что, может быть, даже это и не ошибка в схеме. Мы не знаем, какой нитью вязалась панамка, которая была задумана автором. Ну и вот такая история. Я немного меняла схему. И здесь я сократила на один или два ряда. Не помню, потому что она получалась очень такая длинненькая. То есть высота панамки не соответствовала диаметру донышка. И поэтому я немного сократила ряды. Еще я изменила в схеме. Я добавила вот здесь столбики с одним накидом. По схеме этих столбиков здесь нет. То есть вязалась. Раппорт вязался с 10 или с 9 столбиков. Добавила такие столбики, тогда у меня здесь не стянуто, как в той панамке, которую я пыталась связать первой. Вот видите разница. Здесь вот нет провязанных столбиков. Вот один и два, которые мы с вами уже вязали. То есть здесь получились более такие вот колокольчики. Ну, хотя, может быть, кто-то и захочет так провязать. Провяжите, посмотрите. Может быть, вам так больше понравится именно вот такие волны. Ну, вот такие вот истории происходят у нас, у авторов видео. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я желаю всем вам доброго, хорошего. Пусть у вас получаются красивые изделия, радуют ваш глаз, радуют окружающих. И особенно, чтобы в них наши детки были всегда красивыми. И так как мы их очень любим, нам бы очень хотелось, чтобы они действительно были красивыми и неповторимыми. Поэтому мы для них и вяжем своими руками, так как изделия, связанные вручную, несут в себе тепло и душу человека, который над ним работал. Ну и прощаюсь с вами еще раз. Кому интересно со мной вязать, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И до новых встреч!